Ми продовжуємо наш ефір. І зараз з'явилася надзвичайна новина, просто breaking news. Юрій Мисягін публікував пост на Фейсбуці, де написав, що житлове селище Катеринівка Луганської області звільнене від бойовиків, від російсько-терористичних військ. Цитую, деякий час назад ВСУ зробили все тихо і спокійно. Жителі селища знову повернулися в Україну. Ніяких порушень за мінськими домовленостями. Це все наше. Тому це перемога. Я вітаю нас. Ну, будемо спілкуватися з експертами з цього приводу. Намагаємося додзвонитися зараз Мирославу Гаю, щоб прокоментував нам цю ситуацію, як все було здійснено, хто брав участь, які батальйони і таке інше. Тому чекайте, обов'язково будемо ще про це говорити. І я думаю, що ну, це надзвичайна новина. Правда, Денисе? Обов'язково так. Це хороша новина для нас, справді. Менше з тим, так, дивіться, до речі, ОБОС-ТВ, читайте обозрівателі, бо там найцікавіші сайт обозрівателі, бо там для вас є найцікавіші новини, справді. Ну, менше з тим, маємо справді так. Такі новини, друзі, ви не перемикайте, залишайтеся із нами, бо у нас справді набагато багато цікавого саме для вас. Тому що просто зараз у нашій студії вже є гість Станіслав Дьомін, архітектор-урбаніст. Поговоримо з ним про цікаві теми. Я вже, Денисе, передаю тобі слово. Дякую, Марина. Доброго дня, пане Станіславе. Раді вас стати в нашій студії. Тож, говоримо сьогодні про урбаністику, говоримо сьогодні про архітектуру і столицю, до речі, і в плані столиці, зокрема. Як ви вважаєте, місто – це ілюзія можливостей, а велике місто – це ілюзія величезних можливостей? Чи можна так сказати загалом про українські міста, і чи можна їх, знаєте, характеризувати таким чином? Добрий день. Я немножко представлюсь. Да? Я на сьогоднішній день занимаюсь преимущественно урбанизмом. То есть урбанизм для меня это не то же самое, что урбанистика, потому что урбанистика возникла как нечто среднее между градостроительством и тем урбанизмом, который мы знаем на Западе. То есть и проблема урбанизма – это качество городского пространства. Я являюсь членом градостроительного совета, партнером нескольких компаний, которые занимаются проектированием, производством всего, что касается организации городских пространств. И ваш вопрос, собственно говоря, это главная причина, почему города растут. Люди видят возможности, которых они не имеют, например, в негородском расселении. Они их привлекают, но когда они на самом деле попадают в городское пространство, они не всегда могут их реализовать. Но процесс урбанизации неуклонен, значит, и поэтому, вот, например, борьба за городское пространство, я считаю, что это один из главных вызовов нашего века, с которым нам предстоит бороться. Почему? Потому что это дом для каждого горожанина, в котором мы, собственно говоря, живем. И главная его функция – это дать людям возможности, а возможности в городском пространстве дают нам исключительные возможности в городском пространстве, нам дают другие люди. То есть это то, что отличает городское пространство, например, там, от менее заселенных районов. Много людей, много возможностей. Кто-то вам помогает, например, там, лечить зубы, кто-то дает вам работу, ну, кто-то дает вам дружбу, кто-то дает вам любовь, но это все другие люди. Як вважаєте, міський простір має створювати такий фундамент для позитивного контактування від громадянина до громадянина, від містяна до містяна? Чи це все-таки ну, не має такого бути? Обязательно. Дело в том, что мы снимаем с других людей модели поведения и успешные модели поведения, которые ведут нас по жизни. Дело в том, что городская среда, она может как стимулировать эти контакты, так и разрушать их. Почему? Потому что наши биологические и поведенческие реакции основаны таким образом, что, например, если мы находимся под действием гормонов стресса, мы зажимаемся, мы не пытаемся слиться с средой, привлекать к себе меньше внимания, соответственно, делать меньше контактов, потому что мы находимся в состоянии стресса и опасности. И вот это продолжительное состояние приводит нас к так называемому состоянию депривации, с которым вот очень много я общался с психологами, практикующими. Говорят, к нам сейчас больше половины людей попадают с диагнозом депривация. Депривация – это состояние неудовлетворенности потребностей на достаточно продолжительном отрезке времени.
С другой стороны, благоприятная среда, комфортная, безопасная, дающая людям выбор и возможности, дающая доступность, она стимулирует иной процесс. Она стимулирует то, чтобы люди раскрывались. Я вот могу даже привести на примере Барселоны. Давайте на прикладі Києва. Чи відповідає Київ цій тезі, про яку ви зараз сказали? Я би хотів, щоб немножко показали, там я підготував презентацію. Там так, маємо можливість так показати? Ну, це ряд наших робот, це от... Впізнається отих їх Хрещатик, так, якщо не помиляюсь? Так, це ми робили частину Хрещатика, там частину робот в Бучі, там кое-що ми робили для Ріверсайда. Давайте посмотрим там чуть-чуть так, дальше. Так, маємо можливість далі подивитися. Это реализованные нами проекты, в основном они в пригородах, потому что, к сожалению, с городом, с нашим работать очень сложно. Давайте посмотрим дальше. Вот это вот наша мебель, которую мы производим. Мы используем для организации городских пространств бетонную мебель, потому что она вандалоустойчивая, эстетичная и очень долго не теряет своего качества. Делаем также какие-то эксклюзивные элементы, вот, например, там фабрика Юнит, вот эти лавки мы делали, это делали элементы детских площадок и прочее. То есть мы постоянно работаем с тем, чтобы среда была комфортнее. А вот, собственно говоря, причина борьбы за городское пространство. Каждый видит его по-своему. Кто-то, и при том каждый человек, один человек, может видеть это пространство через призму разных видов своей деятельности, по-разному, в разное время и с разной целью. Потому что если вы сегодня вы живете в этом доме, значит, а завтра вы в нем работаете, то у вас разные потребности к тому пространству, которое этот дом окружает. Звучайно, если вы пытаетесь там выгулять ребенка, то вам, конечно, например, мешают автомобили, потому что это небезопасно. У вас ребенок выбегает из парадного под колеса автомобилю. А если, например, вы живете сам, и вы купили себе крутой автомобиль, и вы хотите, чтобы вы все увидели, то вам наоборот. Вам заважают дети, если мешают, грубо говоря. Кто-то хочет поставить там ларек, кто-то хочет там поиграть в квадрат, а кто-то хочет видеть там деревья, потому что его не устраивает экология во дворе. И, по сути, побеждает та идея, за которую борется большая часть людей. Как это все урегулювати? Ці всі ідеї, ці всі бажання. Одному хочеться машину мати, іншому хочеться... Ось так, ілюзія можливостей. Ми чекаємо тебе. Це... Да, це те, що привлекає людей в міста, і те, що вони чекають і бачать, але бачать вони совершенно іное. Давайте далі немножко промотаємо. Вот це те, що ми говорили про зв'язки. Тобто люди, які сидять в своїх домах, вони не отримують тих можливостей, які може дати їм міст. Люди, які не контактують, вони можуть жити хоч на іншій планеті, хоч в селі, хоч в шахті. Вони не отримують тих можливостей, які дають міст. Поэтому городское общественное пространство является вот этим узлом исторически, начиная там с греческой агоры, римского форума, парижских посадов, пассажей, прошу прощения, то есть и там до современных европейских городских общественных пространств, оно является вот этим связующим звеном, формирующим общество, формирующим единую культуру, единые цели в этом обществе. Давайте вот немножко дальше посмотрим. Пане Станіславе, можна питання до вас? Да. От, можливо, в порядку, знаєте, якоїсь футурології, не знаю, фантастики. Чи можливо всі ці бажання, про які ви казали, так, про те, що треба і там і для мами, і для бізнесмена, щоб все було комфортно, реалізувати? У вас є якісь такі ідеї, які, можливо, нереально зараз зробити, але от цікаво було б їх почути? Да, конечно, мы работаем, много лет работаем над исследованиями в этой области, и мы, в принципе, установили для себя достаточно четкий алгоритм. Нам нужно создавать больше возможностей и обеспечивать как бы благоприятные условия. Дальше люди сами, то есть, понимаете, город... Потребности в городе меняются слишком часто и слишком быстро. То есть мы не можем как бы шаблонно навязать какую-то парадигму, потому что мы уже проходили это там с эпохой модернистов, да, когда города рисовались с неба, и эти суперидеи там на уровне там Немейра или Корбюзье накидывались там сверху и говорили, вот вы будете жить так. Так не работает, потому что исторические города, они развиваются в соответствии с вызовами времени, с какими-то... Город — это как костюм общества, понимаете? То есть он принимает ту форму и должен принимать ту форму, отвечающую своему времени. Но при этом он должен быть удобным. То есть и вот эти вот вещи... который он должен выполнять какой-то ряд функций, например, связанность, да? То есть мы должны обеспечить максимальную доступность. Давайте вот немножко дальше промотаем. Давайте дальше промотаем.
Это пару фотографий Киева. Кстати, вот недалеко совершенно от вас, это вот справа снизу, моя любимая фотография, где поезд врезался в ларек. Это, возможно, только в Киеве, на Выдубичах. А это, собственно говоря, то, что происходит на уровне управления городом сейчас. От так, от щодо міської влади. Наскільки міська влада, скажімо так, йде на покращення міського життя, економіки, загалом права цілей своїх містян? Чи йде воно на це? Загалом, якщо говорити. Ви і в подальшому, чи можна на це розраховувати? Отвечу на цей питання. Діло в тому, що... можна повернутися до предыдущому слайду? Так, давайте зупинимось на попередньому слайді так ось. Діло в тому, що у нас проблеми рішаються не з основання, да, а намагаються завуалірувати. Тобто, наприклад, от в Лейпциге там, позапрошлом году закрився останній підземний пішохідний переход. Да? А у нас в них начинают делать муралы. То есть это отвлекает внимание от той проблемы, что але ж мурали, людей... вони, знаєте, йдеш собі до прикладу з роботи, у тебе поганий настрій, ти заходиш в перехід, зазвичай сірий, темний, там, ну, вибачте, на слові смердить. А тут мурал, який покращує тобі настрій. Но он не решает проблему того, что этот пешеходный переход является существенным ограничением для почти 40% пешеходного потока. Звичайно. Людей, там, инвалидов, пожилых людей, мам с колясками, людей с сумками, людей с бытовыми травмами. То есть, уже не говоря о погодных условиях, которые, в принципе, там, постоянно обмораживают эти ступеньки, люди должны ходить по земле. Город, вы знаете, в городе 100% людей являются пешеходами. И только какая-то часть из этих 100% людей еще является автомобилистами. Продолжим нашу розмову вже згодом. Буквально за кілька хвилин маємо зараз перерватись. Друзі, поки почитайте сайт «Обозреватель».